Привет, это Кирилл Мусыны. И сегодня мы будем делать радугу из Skittles. Мы говорили, что мы пробовали, и мы пробовали из красной упаковки Skittles. Тут написано фрукты. Значит, тут разные Skittles с вкусом фрукта. Это мы просто покажем, какие они внутри цвета. Но мы не будем из... Мы из этого уже делали. Так что мы теперь будем из... Мам, прочитай. Кисломикс. Кисломикс. Мы будем делать уже из кисломикс. Просто мы уже из фруктов делали и будем делать и фруктомикс. Мы сейчас разрежем и покажем, что из фруктов. Вау, какие они прикольные! Правда, вот эти какие-то яркие, оранжевые и желтые, они самые яркие и зеленые все. Все. Посмотрите, какие прикольные они. Вот оранжевый, желтый, зеленый, они очень яркие. А фиолетовый и красный, они не очень яркие. И как у M&M's. Английская. Skittles и M&M's. Первая буква. И сейчас мы будем еще открывать. Skittles. Кисломикс. Кисломикс. Skittles. Кисломикс. Опа. Но мы его уже высыпали сюда, потому что мы его будем делать. Так, показали вот так открывать. Стрелочка вот так. Хоп. Я так не отрезала. Но я отрежу вот так. Честно. Вау, а тут все яркие. Тут розовый яркий, зеленый яркий, желтый, оранжевый яркий, фиолетовый яркий. Тут все яркие. Класс, мне нравится. Но тут некоторых меньше, некоторых больше, некоторые посерединке. И уберем мы сейчас мусор, ножницы и раскладываем. Так, потом розовый пойдет, потом зеленый. Нет, сюда, потом сюда. Да, так, расклали потом. Я хочу вот сделать так, чтобы было как-то вместилась радуга. Как-то примерно сначала идет красный, потом оранжевый. Потом после красного оранжевый, оранжевый тогда первый и так далее. Потом зеленый может... Это не важно. Теперь еще раз. Только по-другому. Теперь так, как тут было. Оранжевый. Зеленый. Потом после зеленого розовый, желтый и фиолетовый. Ну что? Получается. Потом этого. Вот тут не хватает розового. Зеленый вот сюда.
оранжевого тут нет? Да. Желтого тут. Получилось? Получилось. А теперь добавляем воду. Вода. Так, ну что, сейчас попробуем добавить воды? Да. Давай, сейчас я аккуратненько так пытаюсь налить. Уже ниже. Посередине. Пиши. Оно будет растекаться. Все, не надо. Оно будет растекаться потом. Все. Очень много воды. Так, все, теперь мы наблюдаем волшебство. Вот эта краска, она просто... Эта краска, которая тут, она забирает... Вода забирает краску и идет, вот даже видно уже краску, вот тут краску видно. Эта краска просто берет и стекает. Смотрите, вот у нас уже начинается волшебство. Скитлс, ты прозрачный. Вау, вот эта краска от Скитлс. Вау! Эта красота выходит. Реально очень красиво получается. Да, из-за того, что Skittles, они очень яркие, краска из них очень ярко получается. Волшебство! У нас там машинка стиральная с ума сходит. Просто волшебно! Вау! И холодильник поломать. Можно чуть-чуть этого взять? Да. Очень красиво. Вау. Просто бесподобно. Кирюх, тебе нравится? Ага, а почему розовый? Он не розовый, он какой-то белоснежный. Кстати, да, розовый почему-то очень-очень... такого белоснежного цвета. А давай подождем несколько минут, чтобы оно все попробовалось как-то смешать, или оно не смешается. Подождем сейчас. Какая шикарная получилась у нас радуга. Тебе нравится? Просто красота. Оно смешивается. А прикольно будет, как оно все смешается. А ты можешь теперь взять уже и смешать ножницами. Испортить радугу. Вот, посмотри. Опа-на. Прикольно получилось. Вот. Прикольно получилось. Тут светло-светло, а тут такой туман. Вот тут я хочу туман сделать. А тут такие точечки. Хоп. А тут такие. Тут оно не смешивается. Ну, это уже у нас получилось. Как обяка. Как обяка. Прикольно. Вы посмотрите только то, что я сделал. Вот если вот этот цвет прикольный вот так сделал, посмотрите, как оно так волной такой. Очень классно волной. В общем, получилось уже все настоящее, как ты сказала, как обяка. Воу, оно тут, вся вода крутится, и эта краска так растекается. Крутится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Молсон. И всем пока-пока. Классный был челлендж.